Глеб Сергеевич, конечно, неприятное поражение, но все-таки что сейчас можно сказать по игре? Ну, начали, в общем-то, неплохо игру, а полностью контролировали игру, много моментов создали, не реализовали. Соперник поймал на контратаке, потом сбились, как обычно в таких случаях, проходят на индивидуальную игру. Ну и, скажем так, где-то со второй половины матча практически не выполняли задания, и кроме нескольких ребят. Отсюда, наверное, такой результат. Сейчас ребятам сказал в раздевалке. То есть нужно вот делать то, что мы отрабатываем на тренировках, и тогда будет все нормально. Ну и настраиваться, конечно же, лучше на матче. Вот это, наверное, основная причина поражения. Я думаю, что не всем. Я там не беру новичков, для них это дебют был, и у них было волнение, но они выглядели более-менее нормально. Это касается в основном ребят, кто уже здесь давно, и, наверное, от этого вот повлияло. То есть не нашлось в итоге лидера, который повел бы за собой. Возможности у нас были, и вратаря несколько раз снимали. Но вот как раз об этом... Не смогли забить гол. Вот как раз об этом моменте не могу не спросить. За 10 минут снять голкипер очень рискованно. Почему и не боялись ли? Ну, был счет 0-2 уже. В общем-то, надо было... Ну, это, во-первых, заставляет ребят играть аккуратней. Но есть шанс сравнять игру при ранней замене вратаря. Поэтому я использовал это. Пытался... В общем-то, даже такую неудачную игру перевернуть. Если бы забили один гол, может быть, это вдохнуло в ребят. Еще дополнительно, еще была концовка. Ну, попробовал, скажем так. Какие-то меры предприняете сейчас или, ну, спишите на волнение перед первой игрой? Нет, ну, что, три пятерки у нас играло в том году, и поэтому какое тут волнение у них. Мы матчи сыграли предсезонные, в общем-то. Это больше вот... Как уже сказал, наверное, переоценка, может, своих сил. И посчитали, что могут играть на самостоятельно, не выполняя установку. Ну, поговорим еще сегодня и завтра у нас день есть. Разберем игру и постараемся исправить вот эти ошибки, которые у нас были сегодня. Давайте представим, что мы сейчас в раздевалке, и сегодня вторая встреча с Ригой. Вот какие слова вы скажете? Пока... Честно, еще пока не знаю. Наверное, да, мы избежим этого. То есть самоотдачи хочется еще больше от всех ребят. И, наверное, больше характера надо еще в игру вкладывать. Больше характера, страсти, желания. Перед своими девушками играют. И поэтому, наверное, на это тоже обращу внимание обязательно.